Привет, друзья, подписчики моего канала, просто зрители. Выбрались мы на рыбалку. Сегодня мы далеко от дома. Почти 100 километров от дома отъехали. Вот, село Нанайское с нами. Санек, вон Андрюха, Амур Фишерман канал. Приехали мы на рыбалку, ребят, сегодня 3 декабря. Смотрите. Это просто, короче... Смотрите, вот чистый лед. Короче, вон там только вот, может быть, сегодня ночью замерзло. Здесь прихватило, но тут мелко, мы тут не можем хлопушки поставить. Вот, долбим лед вот так. Не знаю, что получится с этой рыбалки. Но отдохнем, то мы по-любому тут классно. У меня день рождения, друзья. И мы приехали его отмечать. Не знаю, будет рыбалка или не будет. Но видео что с этой рыбалки я вам обязательно покажу. Будем рыбачить на хапушке. Сетки здесь поставить нереально. У меня самая маленькая сеть, которая с собой взята, 1,5-метровая. Есть метровые сети, но они дома, как всегда. Кто знал, кто знал. Короче, вот такие дела. Андрюха он со штатива нам снимает. Будет у него на канале вторая часть этого нашего видео. Ну, вообще жесть. Для декабря вот это вот ситуация просто вообще какая-то шоковая. Вот стоят хапуги. Балберы, вот они. Вон там Болонский заповедник, вход. И Болонское озеро. А? Да, не, да не бойся, тут все нормально уж. Сейчас. Оценим новые, как говорится. В рюкзаке камеры. Ну, сейчас я принесу. Привет, подписчикам. Это вот Андрюга, кто не знает. Амур Фишерман. Громко сегодня в гостях. Именили. Да, сегодня я у Андрюхи. Фразу день рождения в гостях. Вот его дом. Вон дымит наша крыша. Вон там мы сейчас будем жить в ближайшие пару дней. Ребята. Да виды, блин, просто. Просто бомба. Вы не чувствуете, какой здесь воздух. Декабрь, блин. А дышать, просто дышать и не дышаться. Вообще шикарно. Местные пацаны, рыбаки тут. Ну, деревня рыбаков. Че, здесь только люди живут рыбой. Тоже в шоке, но... Видите, погода творит чудеса. Вот моя хапушка, вот верхняя балберка, кто понимает. Это верхняя, не которая. Обычно я зимой рыбачу, вон те, там, ну, 5-6 метров глубина, а здесь глубина чуть больше, 1,40 м, 1,50 м. Вот такие дела. Ну или да, нет, и так вот пройти повыше было бы, но пока не можем. Санек стоит задумчивый. Ладно, друзья, сейчас будем рыбачить, я возьму камеру и продолжим съемочку. Андрюха, он себе лунку продолбил. Сейчас закинем новые хапуги. Второй день на рыбалке, погода портится. Твоя? Моя. Видишь, погода совсем, совсем хозяевилась. Сейчас будем выдобриваться, снимать. И поедем домой, друзья. Шевелится поплавок, смотри. Рома, как там говорят-то? Один с ложкой, двое с ложкой, да? Да. Все с кружкой. Давай. Тащи сазанов по 50 килограмм, 3 штуки. Там что-то есть. Как есть, там рыб. Накинулся, вообще завал. Вот так вот, ребята, вы тут рыбачим. Даже и карасили полуладошечные. С хапугами надо сидеть. Надо сидеть, да. Если бы шестятка была. Ну. Лодка. Вот, ну так сильно не долбит, а что ты крутишься? Я зато иди, блин. Май на час лоб туда и чуть перед отъездом искупнемся. Нормально. Снимаем наших городских. Тут Горячука стоит. Была. О, я говорю, не проверил ночью. Вообще пустая. Хорек. Хорек. Вот так. Ну, у нас еще там метров. Да хапурок еще много. Еще надо идти. Да, сейчас идем дальше. Вот. Короче, еще будет рыба. А она пока пауза. Вот
красивая наша. Давай. Давай щуку. Нам щука нужна. Щука ушла, наверное. Яноч. Крыло, да? Чего? Ой, карасик. Карась. Ой, карась, смотри, хорошо подошел. Это моя. Блин, вот это карась нормальный, ребята, смотри. А еще, смотри, старая капушка. Смотри, а какая еще я, 45-ка, да? Здесь 40-ка, наверное. Нормально. Смотри, видел карась подошел? Ну. Вот это, ребята, улов. Друзья, ложи его. Ломай ему. Спину. Вот это, ребята, прям, вот это караси, видишь, вот это вот нормальный карась. Кстати, походу просто рыба подошла. Он, видишь, замотался. А его, видишь, он... Вот. Он такой, ох, шевелится. Наверное, что-то есть. А я бью, наверное. Это новогодние гирлянды с рыбы. Не, шевелится. Че, покажи нам хоть щучка. Так, что, Ромка, на твою? О, щука, о, щука, щука, ее видно, и видно, 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 видно. И хорошо сидит такая нормальная. О, вещь. Ромео. Уже нормально. Моя сейчас есть, я говорю, да так рыба не помню. Тогда тобой вези. Мое, да? Да, мое. Трясется прям вообще. Только там я еще колесо. Вода вот здесь. Караси миллион. Лягушка, лягушка, глянь, какая жаба. Лягушку поймали. Французская кухня, друзья, как сидите на канале урок. А что не у тебя? Я не умею лягушек готовить. Лягуха, да? Это лягуха, ну. Вообще за. А мы ловили уже, Ром. Да я ловил. Лягуха вообще не знаю. Сейчас, ребята, ее выпутаю. Давай, выпутывай ее. Сейчас посмотрим. Не совсем мелко. Метр глубины. Да нет, не очищай. А так все равно. Что работаем. Так, а здесь щука должна сидеть, наверное, с жабой. Вот она, щука. О, щука, ребята, хорошая щука. О, вот эта щука уже. Она вот, смотри, верхами сняла. Попалась по верхам. Вот эта щука нормальная, ребята. Это Ромкина вроде, да? Да. Ромкина, это все Андрюхин. Да, мы задолбали Ромкина. Андрюхина нету. Да, я живу тут, рыбу вращаю. Ну, ты только что здесь живешь, и все, ты только один день здесь прожил официально. Уже печку топить? Не, мы поедем уже. Ну, в следующем я за... Чья капушка? Смотрим наш улов. Есть? Так, набирает потихоньку. Пока вытаскивает, ловит. Блин, ветер дует, руки мёрзнут вообще. О! Карась, ну, такой ладошечный. Но. Похоже, смотри, Ром, рыба вся там, на стороне. Ага, пошла. Ну, нормально. Надо, пойду рыбу скину. Крайняя капуста, да, на сегодня. Красавица он. Рио, да? Да. А. Так, подожди. Все, поехали. Ну что, ребята, крайняя? Вот на излучину. Нету, да, нету. Как нету? Нету. Вообще пусто. О, видишь? Вон это. Это пушка. Эскарбо. Да? Все. Заматывай. Сейчас. Замотай, пожалуйста, Саня. У меня руки уже, блядь, вообще. Так, друзья, короче, все, заканчиваю рыбалку. Сейчас покажем улов. Давай, замотай. Да, я уже все знаю, что там. Камера зависает. На этом заканчиваем это видео. Всем, кому было интересно, ставьте пальцы вверх. Кому не интересно, ставьте пальцы вниз. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, ничего не пропустите. Рыба там начинается. Будем еще рыбачить, ездить. Махалки попробуем поговорить. Шутка. Сеточки поставим.
собираемся и едем домой. Всем спасибо и всем пока.